Сзади меня стоят три машинки. Вот одна из них, с одной из них произошел совсем недавно такой случай. Я как-то, когда начал прогуливаться вот, с приобретением часов, это примерно на год назад было, прогуливаюсь и вижу, стоит машинка. Машина стояла примерно вот так вот. На следующий день иду на прогулку, вижу, опять она стоит на этом месте. Вот, так как я каждый день хожу с утра, то я все это наблюдал. На следующий день у нее выбиты стекла. Еще она немножко постояла, ее перевернули. И еще немножко постояла, ее сожгли. То есть остался один остов. И вот те машинки, которые там за моей спиной, приезжаю, стоит машинка, более-менее там морда побитая слегка. Ну, стоит и стоит, я отходил, ушел. На следующий день приезжаю, она опять стоит там. Ага, думаю, память. Это автомобиль разграбят. Сообщу-ка я органам. Не поленился. Поехал в милицию. Там молоденький полицейский. Там заходишь в дверь. И сначала, чтобы пройти дальше в коридор, ты находишься в такой, как бы, клетке. Такая небольшая клетка, чтобы ты в случае чего не бросился, никуда не убежал. Ну, примерно так. И так как-то неприветливо. Вы что? Я говорю, принес сигнал. Что за сигнал? Покажите сумочку. Ага, показал сумочку. Что там в сумочке? Ну, паспорт, паспорт, пожалуйста, я к этому готов. Наконец-таки из этой клетки меня вывели в коридор. Я в коридоре. К дежурному. Ну, дежурный тот вроде как меня узнал. Более-менее там, значит, все эти данные записали. Что, что, почему. Далее. Милицию мы поехали смотреть на эту машину, что там. От этого позвонили, в угоне она, не в угоне. Хозяина там рядом с машиной не было. Вот, подъехали, и как раз другой человек, оказывается, он переплыл, рыбалил на той стороне Донца. Переплыл, собирается. И это, как бы, вроде говорит, я не хозяин, но хозяин меня подвозит, потом он меня забирает. В обед я ему просто рыбалю. Вот, я говорю, вы знаете, уж извините меня, почему я это сделал, с вот таких вот побуждений. Вот, чтобы как-то объяснить, действительно, такой странный поступок. То есть меня всегда интересуют мотивы. Мотивы. Откуда это? Просто там человека так вот подставить или же. Или же что-то нечто другое. Вот он. О, я и слушать не буду, и слушать не хочу. Ну не хочешь и не хочешь. С меня, значит, взяли там показания. А что вы тут делаете? Я говорю, хожу. Хожу, гуляю, дышу. Вот. Ну ладно. И на этом мы расстались. И вот интересная вещь такая, как внук на него говорит. Петрович, просто наблюдай, вот просто наблюдай, что тут делается. И ни во что это не вмешивайся.
просто наблюдай. Вот машину разграбливает, наблюдай. Потому что только какой-то негатив будешь. Хочешь сделать что-то лучше, а получается наоборот. Кстати, зачем я так вот оборачиваюсь? Я хочу сделать такой приемчик интересный. Обернувшись, я ставлю видео, в котором какая-то интересная картиночка была. Довольно-таки неожиданная. То есть это такой прием, который, будем говорить, сделает видео более зрелищным. А не из-за того, что за мной кто-то гонится и прочее.